Бороться за путевки на краевые соревнования в зал бокса «Центурион» прибыли более 50 спортсменов, сильнейшие со всего Большого Сочи. Кстати, наши сочинские спортсмены считаются одними из сильнейших и в крае. Шанс есть, хорошая команда у нас. Вот набираем, очень хорошие пошли, дети хорошие пошли. У нас есть победители России, есть победители ЮФО, Юга России есть. Турнир, который пройдет в конце января в Геленджике, соревнования высокого ранга. Поэтому борьба за места в команде нешуточная. На отборочный турнир пришли не только боксеры и тренеры, но и группа поддержки спортсменов. Саркис Панаян только готовится выйти на ринг. В борьбу за путевку на краевое первенство он вступит только завтра. Он считается одним из фаворитов. Саркис – чемпион края, победитель всероссийских турниров, в том числе турнира класса «Б». В мире бокса это серьезное достижение для спортсменов-юниоров. Я завтра буду участвовать на соревнованиях, на отбор на край. Если отберусь, то 25 числа поеду на край, на первенство края. Там, конечно же, будет соревнование, буду выступать всеми силами, попробую выиграть, попробую занять первое место. Отбирать лучших, те, кто будет уже 25 января защищать честь нашего города в Геленджике на краевой арене, будут и завтра. В планах тренеров сформировать сильную команду. В нее войдут 15 человек. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.